Так, 13 января музей-заповедник Горки-Ленинский и творческое объединение «Фант Элефант» приглашают на интерактивный спектакль «Сказка с елки». Начало в 12:00. Возрастная категория 3+. До и после спектакля вас ждет интересный творческий мастер-класс. Билеты приобретайте в кассах музея. А в 14:00 здесь же состоится концерт-лекция «Музыка эпохи барокко». Все желающие смогут насладиться изысканными произведениями Клаудия Монтеверди, Дария Костелло и Томаса Морли. Возрастная категория 0+. Билеты также будут продаваться в кассах музея. В воскресенье 14 января в полдень в районном центре культуры и досуга будет организована игровая программа для детей «Леденцы от снеговика». Не сидите дома у компьютеров и телевизоров. Приводите своих детей в Дом культуры. Также в это воскресенье в 14:00 музей-заповедник Горки-Ленинский представит мероприятие для семейного просмотра. Проведите этот январский день вместе с музыкальной группой «Шеффорд Трио». Возрастная категория 0+. Билеты приобретайте в кассах музея. Еще одно мероприятие рождественской недели состоится в историко-культурном центре 14 января в 2 часа пополудни. Концерт «Свет и счастье обретаю» в исполнении участников вокальной студии Академии голоса детской музыкальной школы имени Лемешева станет интересен всем ценителям музыки. В заключение кино. В кинотеатре «Искра» продолжается показ российского мультфильма «Три богатыря и принцессы Египта». Режиссер Константин Феоктистов. А в воскресенье в 11:00 состоится показ киноленты 1948 года «Третий удар». Режиссер Игорь Савченко. 1944 год. Начинается операция по освобождению Крыма под командованием генерала Толбухина. Гитлеровцы не в силах сдержать наступление наших войск, и стратегический план третьего удара выполнен. На вершине Сапун-горы водружен красный стяг, освобожден Севастополь, а враги сброшены в Черное море. Вход свободный, без возрастных ограничений.